Всем привет, ребятки! С вами снова Немезис. Это уже 698-я часть наших с вами обзоров на пушки. И мы с вами продолжаем марафон мифических автоматов спустя месяц, да, ребятки? Поздновато получилось продолжение этой рубрики, потому что вышла новая обнова, я все это делал, потом я отдыхал, и получилось, что только спустя месяц мы с вами продолжаем смотреть на мифические автоматы, которые я прокачал. Вот. Я глянул ваши комментарии, я же тогда просил написать, что следующее. Вот, как бы. Большинство было за АК-48, было, конечно, за винтовку спецназа там еще, но больше было за АК-48, поэтому смотрим сегодня на мифический АК-48, да. Я не очень хотел за него браться, потому что мне меньше всего он нравится как-то, да, но вы попросили, что уж, давайте на АК-48 смотреть. Вот. Сейчас я еще снимаю по старинке, вот, тем более я там делал опрос в сообществе, как лучше, вот. Большинство было, конечно, за, чтобы я делал с подписчиками тесты, вот, но были интересные комментарии, вот эти Antiquet Voss написал, про Vector написал, вот, свои некоторые, так скажем, пожелания и свои мнения, вот, что... Вот, Тинитин Кэтвос написала, что можно делать и так, и так. Вот. Очень интересная идея, на самом деле. Вот, а провектор написал, что с подписчиками просто не совсем будет точный тест, ну, что я имел в виду. Вот, поэтому, в принципе, я прихожу к такому выводу, что некоторые видео будут с подписчиками, некоторые будут по старинке. Вот, так что как-то так. Вот, думаю, это идеально. Думаю, да. Ну, многие еще были за 50 на 50, что им все равно. Вот, так что как-то такой получился у меня вывод. Но сегодня мы делаем по старинке еще обзор, поэтому вот, смотрим на АК-48 в онлайне с рандомами. Да, это будет, наверное, жестко. Вот, переходим наконец-таки к статам. Вот он, очень старенькая пушка. Менялась, моделька у нее, у этой пушечки, но название было всегда АК-48, а не АК-47, вот, да, ну, потому что, наверное, всякие там авторские права и тому подобное, хотя очень странно, но это же реалистичный автомат, он есть в реальной жизни, вот, но видно там, да, с этим были какие-то трудности, разработчики сделали АК-48 и немножко модель другая, вот, не совсем это АК-47, то по модели я скажу, вот. Ну, кстати, первая модель была именно АК-47, я помню, в старой версии. Прям вот реально был такой автомат. Вот сейчас, конечно, да, он менялся с времени прокачки, кстати, еще в году 16-17, потом уже в 18 убрали и оставили вот чисто вот такую модель навсегда. Поэтому не такая вот небольшая предыстория получилась у нас. Вот, ну что же будет сейчас с уроном? Очень интересно, сейчас будем тестить. А статистика у нас следующая, это у нас основа мифическая, изначально пушка редкая, я качну на мифической. Вот, авто и четырехкратный прицел, темп стрельбы 98, вместимость 30, подвижность 50. Вот, четырехкратный прицел это уже плохо, это очень маленький прицел, вот, ну что ж поделаешь, как бы, да. Вот, вместимость 30 это нормально, кстати, у АК-47 такая вместимость, 30 патрон, вот, подвижность 50 это... средний, вот, темп стрельбы 98, неплохо, ну, вот, вот так вот стреляет, не самый скорострельный автомат, да, так что как-то в этом будет некие проблемы, но главное, чтобы урон был хороший, тут был ребаланс, и, по-моему, АК-48 как раз-таки нерфили, в этом-то и проблема у нас получается, ну, посмотрим сейчас, вот, как бы модули стоят вот такие вот на восстановление патрон при попадании в голову. Вот, вот так вот стреляет, в принципе, еще разочек. И посмотрим, что будет по урону. Гаджеты у меня сегодня такие вот. Вот ядерная граната стоит, потому что я делал задание в клане. Поэтому, ну, осталось и осталось, значит, будем использовать. Все. В принципе, здесь больше читать нечего. А мы погнали тестить. Let's go. Итак. В общем, начинаем с вами, да? Говорю четвертый раз, потому что видео не записалось. Да. Начинаем тестить. Боты, значит, боты. Я не собираюсь больше здесь ничего пытаться. Как будет, так будет. Все. А, ну, конечно, они вот с курбабахом. Ну, как видно, что ботов даже уже не очень-то и убивает хорошо, да? Вот, как бы. Потому что, да, урончик не очень. Урончик не очень. Боже, я это уже какой раз говорю. Но эта собака в видео не записалась. Вот, потому что, наверное, он понял, что, как бы... фигня получилась, и поэтому, ну, лучше пересними видео, лучше сделай еще разочек, вот, ну, вот я и делаю, как бы, ну, а что делать,
Вот, я бы выложил то, что было, но оно не записалось, как бы, как говорится. В общем, да, там были, к чему я говорю, там были у нас спамеры, раки и симулятор ваншотов, и против них, короче, автомат совершенно ничего не делал. Поэтому, как бы, в этом и получается весь минус, вот, что автомат только против казуалов что-то может сделать. Против спамеров с термалками, ультиматумами всеми рождественскими, нерождественскими. Вы с этим АК-48 ничего не сделаете. О, кто-то зашел. Да ты что? Кто-то все-таки зашел. Ну, еще лучше. Вот лучше бы вот этот бот вышел, честно, с Курбабахом, который ваншотит сквозь всю карту. Но он не выходит, собака, он не выходит. А, ну конечно, ты еще и отмену взял, естественно. Сколько в тебя выстрелов, чувак, надо было сделать? Триллион? Ну вот в этом и минус, что урон не очень есть. Вот так, ну что, вот тут ладно, еще что-то получается, хорошо, ага. До свидания. А, ты даже за мной не пошел? Вот настолько он не хочет со мной играть, что я настолько просто несчастный, что со мной даже играть не хотят. С этим калашом, который, блин, стреляет очень медленно. Прицел, кстати, сейчас покажу. Вот такой вот. В принципе, ничего особо никакого толку не несет он. Вот. Как бы, ну... Не очень, короче, АУК был куда интереснее, чем вот это вот. Мы с вами смотрели. Да и следующие автоматы будут интереснее. Так. Адептус. Ну, Адептуса снесем. Ладно, тут еще что-то получается. Вон, видно, уже игрок есть. И с ним тяжело. С ним тяжело. Вон, сколько я стрелял. И особо толку никакого нету. Чувак даже с этим... жидким огнем и то, по-моему, лучше убивает, чем я с АК-48. Блин, промахнулся. О, карамель. Давай, давай, давай. Троллер, троллер, я тебя хочу убить. Убил. Граната убила, да? Ну, конечно, потому что этот автомат совершенно никак. Мне не нравится, короче, как итог. И, походу, мы с вами проиграем, да? Очень на это все идет. Ну, тяжело, потому что, да. Собака, а вы выигрываете мне это. Я думал, я уже выиграю в каком-то веке, но походу, что не судьба. Вот тебя хочу, чувак, убить. Уходим. Может, все-таки получится, а? Ну, если я гранату выпульну. А, все-таки ничья, жалко. Ну, потому что автомат совершенно... бесполезный, я даже скажу честно. Он бесполезный, вот, как бы я набил как смог, потому что у меня получилось, да. Вот. О, убийство невидимки, да ты что, даже невидимку убил, офигеть. Тяжело, вот поэтому я не очень сильно горел желанием снимать про калаш, потому что я знал, к чему это все ведет. А ведет это вот к этому, что чуваки не умирают. Вон, чувак, по-моему, с жидким огнем куда лучше набивает, чем я вот с этим. Вот, ну, в принципе, так и получается, да. Граната, и то больше делаю фрагов, чем АК-48. Вон, смотрите, бегает, носится. Как я должен вот с этим калашом убивать? Просто пчела прилетела. Вот, в принципе, и все. О, убил, нормально. Так, ну и что? Просто мечом меня убил. Не, я тебя не поймаю, нет. Я тебя даже ловить не собираюсь. Вон, вот вас поубиваю. Триллион выстрелов надо, так скажем. Ну да, да господи, меня бот убил. Капец. Кстати, это единственная карта, где я хоть что-то пытаюсь делать. На других меня просто выносят. Так. Тяжело, тяжело. Нужно нереальнейший скилл иметь, чтобы с этим автоматом играть. Это пипец. Вы посмотрите, ну что это такое? Жесть. Тяжело. Очень тяжело. Не советую, короче, прокачивать.
Вот, потому что вы видите, да? Я прям пипец устаю. Устаю целиться, стрелять бесконечно просто. С прицела убил. Ну, у меня быстрее, конечно, убьет. Естественно. Нет, серьезно? Я его перебил? Это как? Это нормально? Вот. А, жесть какая-то. В общем, зря его понерфили, честно. Как-то с ним прямо совершенно как-то сложно стало играть. Прям очень, даже скажу. Да боже, можно мне сюда-то зайти. Так, отходим. Блин, я сам уничтожился. Я не хотел. Так, вот чувак у нас тут. Слушайте, я убиваю? Ага, пчелы. Ой, слава богу. Блин, хотел отойти. А что-то нас нагибают. А где у нас чуваки-то все? Опять никого нет. Опять я один тут стараюсь. Я так понял, да. Ну где все, а? О, убил. Сразу валим. Я стараюсь, ребятки, как могу. Но с этим автоматом очень тяжело играть. Да, блин, не успел. Да жесть какая-то. Ну, чувак, ну почему? Почему ты со своим... Ну, да. Вы видите, я просто уже, я не знаю, я настолько у меня кипит все. Да пошел ты, свои гребаные пчелы. Проиграем, я думаю, мы. Потому что у нас чувак абсолютно ничего сделать не может. Просто насколько мне везет с этой трассировкой игроков еще. Не, это проигрыш. Потому что, во-первых, автомат не тащит. Во-вторых, у меня идиот, который просто с жидким огнем вначале что-то пытался сделать, потом уже понял, что, чувак, нет, я не могу. Ты не можешь. В общем, последний матч играем и все, заканчиваем. Как будет, так будет все. Я больше переснимать не собираюсь. Он, конечно, он вышел. Естественно. Давайте, заходите, хоть кто-нибудь. Пошли, пошли, пошли. Ну вот, с тобой поиграем. Че, боты одни, да? А, не, у меня это чувак. Конечно, да, конечно, да, да, да. Пипец, меня просто бот вынес. Ну, не, смотрите, он что-то делает. Ну вот урон, смотрите, а. Нет, не дали. Не, смотрите, у нас повезло с союзником. Так. Фух, ребятки, я устал уже играть. Это тяжело. Да. Алло, как меня убил ты, а? Ты чё? Ребят, я как могу играю, ребят, вы видите, да? Я стараюсь. Я стараюсь как могу. Вот, ну, во-первых, у меня с союзниками не получается как-то. Во-вторых, автомат сложный очень. Да, так что как бы... Как играю, как и... так играю. Что будет? Давай, граната. Еще как-то граната выручает меня. Вот. Ну, чувак, смотрите, неплохо тут тоже помогает, хорошо. Ну, а где у меня еще кто-нибудь? Еще бы один был бы кто-нибудь хороший. Просто, не, ребят, все, походу, это как уже ничего у меня не получится сделать. Меня просто ваншотят. Давай. Давай, ну, Калашек, ну ты же должен что-то сделать. Ничего. Я уже устал. Это пипец какой-то. Зачем оно это нужно? Так, такие страдания просто. Вот этот бы вышел, а, со своим дробовиком дебильным, а? Либо за меня бы играл. Тогда бы было все лучше. Но. Да вот этот тоже не умирает совершенно.
У него миллион выстрелов делаешь, он не умирает. Не, ребят, это все. Это все. Как будет, так будет. Короче, вы поняли, что автомат совершенно никуда не годится. Что я его не советую прокачивать. Ну хоть кто-нибудь-то умрет уже, а? Что это такое? Никто не умирает совершенно. Симулятор ваншотов, короче. Да, мне ребята писали, зачем ты снимаешь эту игру, она превратилась вот в таких вот игроков, которые бегают с ультиматумами и больше ничего не знают. Да, так и есть, игра превратилась в симулятор ваншотов. Вот, пушки-то нормальные, просто некоторые есть перембовые, и получается, что как бы... Да, что баланса просто нету. Я не знаю, почему их не нерфят. Я бы очень хотел, чтобы все эти спам понерфили, вот эти дела, потому что надоело уже, честно. Они себя считают про, хотя они нифига по факту не про, они просто пользуются ваншотками. А вот попробовали бы взять вон АК-48, я бы посмотрел на вас. Я бы на вас посмотрел. Сразу скилл ваш. Ну ладно, еще один матч сыграем. Сейчас посмотрим, может быть, все-таки чуваки зайдут нормальные. Вот так уж и быть, доиграем последнюю суть. Я больше всех убил. Я говорю, я с этим автоматом и то на первом месте сижу. Вы что делаете? Вы что делаете, ребят? Я с этим дебильным автоматом больше набиваю. Все, финальный матч играем. Все, это точно финальный матч. Вот, как бы. И больше я не намерен здесь страдать. Так что, а, ну конечно, ага. Так, так, так. О, чувак, здорово. Поддержка, да? Чего я там стрелял? Поддержки тебе достаточно будет. Как ты меня убил? Давай, ну да не только не поддержку. О, слава богу, засчитали. Пипец. Не, ребят. Не, ну тебя я даже пытаться не буду убивать. Зачем ты мне нафиг нужен? Да умри ты уже. Ну, ваншотник у меня, конечно. Не, ребят, мы не выиграем, походу. Мне скажут, нет уж. Да пошел ты, я даже с тобой... Прыжок не сработал еще. Не. Короче, автомат никуда не годится, ребят. Ни за что не советую я его использовать вам. Это страдание просто. Они просто играют лазерками, конечно. Он проще взял цикл и пошел убивать. Зачем нужно это страдание вечное? Хочется, правда, что-то взять такое, ультиматум, и просто им по попе надавать, как советуют. Но сегодня нельзя, да. Ну, чувак, ты уже умрешь, я задолбался за тобой бегать-то. Наконец-то. Много. Много выстрелов. Самоуничтожение, конечно. Есть. Господи, мы как-то еще держимся. Ну, я, ребят, как могу, так играю. Я стараюсь. Все, уходим оттуда. Ну, я же уже ушел оттуда. Ну, откуда вы здесь взялись-то? Собака? Нет, это пипец. Кто-нибудь еще помогите. Помогите нам выиграть. Что здесь происходит? Просто я вас этим автоматом убиваю. 40 противников в общей сложности. Это жесть, ребятки. Что сегодня происходит на поле боя у нас? Не, ребят, я даже... А, да... Тихо, я оттуда валю. X-ray очки. О, чувак, я тебя запалил. Эй, я что, меня просто пук дробовичком. И все. Жесть, просто. Ну, конечно, я слетел. Конечно, я слетел. Господи,
Блять, удачливый снайпер зашел. Ну зачем ты мне нужен, удачливый снайпер? Ну так все хорошо шло. Какой нафиг удачливый снайпер? Не, это пипец какой-то. Это что здесь такое происходит? Умри! Какой нафиг звездопад? Не, все, походу это поражение. Уже здесь мы ничего не сделаем. Держались до последнего. Я с этим дебильным калашом, который ничего, 15 ребят убил. С АК. Вы что? Вы что делаете? Меня просто ваншотит и все. Да почему двойной прыжок иногда не работает? Жесть. Ну, короче, заканчиваем. О, зашли они под конец. Зачем они зашли? Не, ребята, мы, по-моему, ни одного матча с ним не выиграли. Потому что, видите, кто со мной играет. Удачливый стрелок. С ноль фрагами, ага. Вот, короче, все, заканчиваем. Нафиг оно это нужно? Я не хочу. Выпуск мне что-то не понравился сегодняшний. Вот, как-то так, что, в принципе, вы поняли, да, ребятки? АК-48 никуда не годится. Слабенький, скорострелка маленькая, скоп бесполезный, в общем, нет. Я все, что мог, сделал, ребят. Не осуждайте меня за то, что мы ни разу не выиграли. Я старался как мог. Я уже аж устал даже. Поэтому не советую, вот как бы. Я, кстати, на первом месте все время был в проигрышной команде, поэтому как бы, кто там играл, вы уже видели. Я с этим не доколошом. Вот, так что как-то так. Все, если вам понравилось, не забываем про лайки, подписки, сервер Green Pistols в описании. С вами был, как обычно, Немезис. Всем удачи, ребятки, и всем пока-пока.